Комитет национальной безопасности приостановил деятельность сети букмекерских контор «Олимп». Компанию подозревают в организации незаконного игорного бизнеса, неуплате налогов и выводе активов с территории Казахстана. КНБ совместно с прокуратурой начали досудебное расследование. Как сообщила пресс-служба КНБ, букмекерская контора подозревается в нелицензированной деятельности через интернет-ресурсы. При этом полученные доходы не облагались налогом. Помимо этого, выявлены и блокированные каналы нелегального вывода денег за пределы Казахстана. 29 ноября этого года суд приостановил действие лицензии компании «Олимп» сроком на полгода. Однако букмекерские конторы продолжают работать в прежнем режиме. Клиентам в приложении «Олимп» сообщается, что информация пресс-службы КНБ недостоверная, а решение суда не вступило в силу и будет обжаловано. Между тем, адвокат, представляющий интересы букмекерской конторы Джохар Утебеков, в телефонном интервью нашим корреспондентам заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время. По словам юриста, при рассмотрении дела судом был допущен ряд нарушений. При рассмотрении дела судья Едилова допустила огромное количество грубых нарушений. Закона, на мой взгляд, не удовлетворила ни одного моего ходатайства. Ее вывод основан в первую очередь на заключении некого специалиста, у которого нет даже высшего образования. Дело в том, что все компьютеры, серверы, программное оборудование изъяты сотрудниками ДКНБ во время обысков в офисе. И, соответственно, компания просто лишена технической и физической возможности доказать нахождение сервера на территории Республики Казахстан.